эти заявления были в начале кампании. Да. В процессе кампании не один раз этот вопрос на уровне наших руководителей Воронина, Дадона и руководителей блока, да, обсуждался. И было принято решение, что мы идем вместе в будущий парламент, мы идем единой командой. Я был даже в Рижканах, по-моему, да, старший Костя говорил также об этом, о том, что этот вопрос уже решен. Для нас это очень важно, для нас важно. Мы единый кулак, который раньше работали вместе. Нам не надо протираться, нам нечего делить абсолютно. Что делить оппозицию? Да что коммунисты в свое время, я имею в виду, вот та старая гвардия, были в оппозиции сколько, до тех пор, пока пришли к власти. Что мы были? При Филате, политическом отце Майи Санду и Игоря Гроссу, мы были в оппозиции. При Плохотнюке были в оппозиции. Когда Лянка, Габурич, кто там еще из них был? Да, там Гимпу, Мариан Лупу, Филипп. Мы же были в оппозиции. Мы знаем, что это такое. Эти ребята просто еще не знают, как мы работаем в оппозиции. Они на своей шкуре, я прошу прощения, это не испытали.